В школе Олимпийского резерва, которая базируется в Приобье, большое поступление оснащения впервые в истории учреждения. Для подготовки спортивного резерва «Югры» по национальному проекту «Демография» направлены форма, инвентарь и тренажеры. Вместе с воспитанниками школы их увидела и наш корреспондент. Перчатки, шлемы, футболки еще пахнут фабричной упаковкой. Кроме формы, в посылках новые боксерские груши, утяжелители, приспособления для защиты локтей и голеней. Боксом в школе Олимпийского резерва занимаются 120 человек. Новую форму в полном комплекте получат лучшие. Это спортсмены, подающие большие надежды, и боксеры, которые выступают в составе сборной России. Находится в городе Тарнаус, это Кабардино-Балкария, проходит первый этап подготовки с нашим тренером Таблизом Играмовичем Гадиевым, там находится, проходит первый этап подготовки к чемпионату страны, который будет осенью этого года. На современной беговой дорожке в сильные морозы выполнят нормы кросса всех 6 направлений. Лыжники, биатлонисты, хоккеисты, спортсмены стрелковой дисциплины, тяжелоатлеты и атлетической гимнастики. А это тренажеры, на которых смогут заниматься любители физкультуры, желающие подкачать мышцы. Место для установки спортивной площадки выбрано не случайно. На территории лыжной базы вечерами и по выходным дням собираются жители Приобья. В состав площадки входит 8 спортивных тренажеров. Они будут размещаться на мягком покрытии размерами 3 на 5 метров. Тренажеры будут надежно закреплены в основании площадки. Будет использоваться для занятия населения в рамках подготовки к сдаче нормативов ГТО, а также для подготовки наших спортсменов спортивной школы различных возрастных групп. Средства на форму, инвентарь и тренажеры выделены из двух источников – федеральный и региональный бюджеты. Сумма порядка 1 000 000 рублей. Материальная поддержка в рамках национального проекта «Демография» направлена на повышение качества подготовки резерва для сборных команд страны и на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности. На территории Октябрьского района буквально в каждом населенном пункте есть те или иные плоскостные сооружения. И этот год тоже не исключение. Мы в этом году вот как раз лыжную базу в Унюгане устанавливаем. Пришла 3 блока, это 100 квадратных метров площадью. На следующий год спортивные площадки будут обустроены и обновлены в городском поселении Таллинка. В школе Олимпийского резерва свыше 700 воспитанников. Отделение работает в 7 из 11 поселений муниципалитета. Спортивные результаты высокие. Воспитанники регулярно пополняют состав сборных «Югры» по боксу, лыжным гонкам и биатлону, которые в России признаны одними из сильнейших. Татьяна Тюкмаева, Татьяна Герт, Максим Куксаус. Вести Югорье, Октябрьский район.